если у вас стоит вопрос, что лучше приобрести за 1 000 000 рублей, Ладу Весту вы уже не купите, в принципе, она дороже. Лада Гранта остается, да, и Лада X-Ray тоже по бюджету не подходит. Я вам рекомендую приобрести Chevrolet Cobalt. Вот пробег. Вот, сами видите, ездю каждый день по разным дорогам, не только по Москве. Машина с автоматом, 6-ступенчатый гидротрансформатор. Не боится пробок, не боится перегрева. 12 литров масла, которое охлаждается в радиаторе. Самая надежная коробка Aisin, тойотовская. Двигатель 1,5 литра, получается где-то 5-7 литров на сотню. Ну, я обычно езжу где-то 90, 100, 110. Вот. Режим есть, чтобы буксовать. Включаете. Видите, я еду на 6-й передаче. Можно буксовать на первой передаче, и ничего страшного с вашим автоматом не будет. Вот. Стекло у меня немножко побитое. Камушки из-под фуры. Не знаю, видно, нет. Джемовское стекло. Вот, оригинальное джемовское. До сих пор оно у меня стоит. Машиной я очень доволен. Все родное, меняю только фильтра, масло и колодки. Вот. Колодки я перешел на Sunshine. Тормозные диски родные. Ну, пробег видите. Так что решайте сами. Но я бы никогда бы себе бы не стал покупать какие-то непонятные Жигули. Очень рекомендую Chevrolet Cobalt. Сборка Узбекистан. В принципе, машина в основном это заводской Китай. Все, что в ней сделано, сделано очень качественно в Китае. Запчасти все великолепные.